На настоящей выставке мы представляем продукцию компании «Парадигм», в которую входят два бренда, собственно говоря, сами колонки «Парадигм» и компоненты фирмы «Антем». Основной кинотеатр у нас построен на топовых продуктах компании. Стойка, состоящая из процессора и двух усилителей мощности. Акустические системы серии Signature, топовая модель S8, третья версия. Уникальная новинка, один из, наверное, самых интересных сабвуферов на сегодняшний день на рынке, Signature SAP 2. Совершенно интересная конструкция, которая состоит из шестиугольного корпуса, шести динамиков 10-дюймовых. Номинальная мощность 4,5 кВт, пиковая мощность 9000 кВт, вес 106 кг. Также у нас представлен сегодня на выставке модельный ряд других акустических систем, дизайнерская серия «Миления», начальная серия «Монитор», средняя референсная серия «Студио». Также представляем мы ресиверы компании «Антем». Думаю, что достаточно интересным и новым продуктом является акустические системы и сабвуферы серии «Миления One». Если сателлит имеет достаточно традиционную форму, то сабвуфер выполнен в очень интересном форм-факторе. Он практически плоский, с двумя фирменными эллипсоидными динамиками. Есть возможность установить данный сабвуфер, подвесить, скажем так, на стену, либо же вообще его можно убирать под диван, что, наверное, будет интересным для многих инсталляторов и дизайнеров, которые, скажем так, близки к хай-фаю.